масса таких вот интересных вещей, на самом деле. Во время обучения пожарный проходит курс молодого бойца. Вот. И во время этого курса его, в принципе, сталкивают со всем тем, чего его ждет в будущем. Угу. То есть есть специальные теплодымокамеры, клетки, в которых там имитируются крики пострадавших, какие-то взрывы там, и так далее. Он ползет там с закрытыми глазами. И преподаватели смотрят на то, как человек реагирует, и сам человек для себя понимает за эти 4 месяца, нужно ли ему это вообще все. Потому что это, в общем, удар по нерву своего рода. Да? Ты ползешь в дыму, ничего не видишь, еще кто-то кричит, и от тебя еще что-то требует. То есть вот не каждому как бы это получится. А многие уходят сами, кстати? Первый год отсеиваются, ну, не половина, наверное, потому что многие идут уже с целью, с определенной. Но много достаточно отсеивается людей, которые понимают, что, наверное, немножко не то. Не так они себя представляли. То есть красивая профессия, да, но трудности выдерживают не все.